О людях севера и знаменитых первопроходцев. В Ненецкий округ приехала экспедиция «Арктика-Антарктика» для съемок документального фильма. Участники проекта планируют познакомиться с жизнью северян, побывать у нефтяников на буровой платформе «Приразломная» и провести параллели с великими экспедициями в Арктику. Перед началом творческого проекта съемочная бригада сама стала героем съемочного процесса. Фильм о жизни на севере – шестой для творческого проекта «По дорогам и бездорожью истории». Пять предыдущих документальных лент посвящены Кавказу, Ямалу, Кольскому полуострову. Каждая картина – своеобразный рассказ о нынешнем и прошлом региона. Хочется в этом фильме соединить историю с современностью. Мы будем все время перекличку делать с временами 200-300-летней давности, с экспедицией Беллинсгаузена, который открыл Антарктиду, с экспедицией Седова, который пытался достичь Северного полюса, но, к сожалению, попытка была трагической. Седов погиб, не дойдя до конца своего маршрута. И мы хотим показать тех людей, которые сейчас работают в Заполярье. Рабочее название фильма «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию». Часть про Антарктиду уже готова. Ее сняли в рамках 61-й антарктической экспедиции. В Ненецком округе будут снимать про Арктику. Зимник, нефтяников, жителей тундры и города. Мы все-таки стараемся снимать в таком ключе, как экшен. Там вытягивание машин, красивые виды севера, но при этом еще и рассказ. Поэтому мы все-таки ставим упор на молодежь, на то, что именно в таком виде современном людям будет интересно смотреть. Перед поездкой в округ участники прошли тщательную подготовку. В учебно-тренировочном центре Санкт-Петербурга научились эвакуироваться из вертолета при падении в воду, получили специальные справки для работы в условиях севера. Что касается транспорта, экспедиторы передвигаются на иномарках, приспособленных к бездорожью. Ночевать в машинах пока не приходилось, но они полностью укомплектованы. Установлены дополнительные подогреватели в салон. Установлен подогрев топливных фильтров, но практически ничего. Но обычное ТО перед выездом, обслуживание лебедок, а лебедки на всех машинах установлены. Вот. А усиленные пороги, защиты днища, экспедиционные багажники. Закончить историко-познавательный фильм «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию» планируется к лету. По традиции, видео сразу же будет выложено в интернет, чтобы Арктика стала еще доступнее. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».